Samsung Omnia WI8350 – первый смартфон корейского концерна, выпущенный под управлением операционной системы Windows Phone 7.5 Mango. Обновленная операционка появилась совсем недавно, но уже успела привлечь к себе внимание своей необычностью и оригинальным интерфейсом. Не желая оставаться в стороне от модных тенденций, Samsung создал смартфон с буквенным индексом W, производный от английского слова Wonder – чудо. Смартфон поставляется в комплекте со штатной гарнитурой, кабелем microUSB, сетевым зарядным устройством и руководством пользователя. Omnia WI8350 представляет собой классический моноблок, достаточно тонкий и легкий. Передняя панель закрыта защитным стеклом, в верхней ее части расположены датчики приближения и освещения, фронтальная камера VGA и динамик. Под экраном находятся две сенсорные кнопки «Назад» и «Поиск». По центру расположена механическая кнопка «Старт». Она возвращает вас на главный экран из любого меню. На нижнем торце Omnia W имеется microUSB разъем и микрофон. На левом боку качелька регулировки громкости. На правом кнопка включения блокировки аппарата и кнопка активации камер. На верхнем торце расположились стандартный 3,5-мм аудиоразъем и дополнительный микрофон для шумоподавления. На задней панели находится модуль 5-мегапиксельной камеры со вспышкой и основной динамик. Крышка аккумуляторного отсека в смартфоне металлическая, что также плюс. Смартфон получил отличный дисплей Super AMOLED с диагональю 3,7 дюйма. При разрешении 480 на 800 пикселов. Он отображает 16 миллионов оттенков и имеет емкостный сенсор. Аппарат построен на базе чипсета Qualcomm MSM8255, в который входит ARM-процессор с частотой 1,4 ГГц, 512 МБ оперативки и 8 ГБ основной памяти. Из беспроводных коммуникаций имеются 3G, Wi-Fi и Bluetooth 2.1. Из проводных – USB 2.0. Аккумуляторная батарея в Omnia WI8350 установлена емкостью 1300 мАч. Этого достаточно для работы смартфона в среднем на протяжении одного дня. Omnia WI8350 работает под управлением Windows Phone в версии 7.5 Mango. Система обладает лаконичным дизайном, поддерживает многозадачность, полную интеграцию с социальными сетями, имеет большое количество визуальной информации на главном экране. Свои собственные приложения Samsung решили поместить в Marketplace, в отдельный раздел Samsung Zone. В нем на данный момент 18 программ, треть из которых словари, а оставшиеся – виджеты и развлекательные приложения. Абсолютно точно можно сказать, что Samsung сделала очень хороший смартфон с отличным экраном, современной операционной системой, обладающей классической привлекательной внешностью и способной успешно конкурировать со смартфонами на Windows Phone от других производителей. Omnia WI8350 можно рекомендовать людям, которые ищут качественный смартфон в исполнении Samsung, или же тем, кто хочет сменить операционную систему на обновленную Windows Phone 7.5 Mango. Вполне разумная стоимость аппарата при его оснащенности станет только дополнительным плюсом и заставит всерьез задуматься над покупкой.